Привет, мои дорогие друзья! Большое спасибо, что комментируете мои видео. Сегодня в серии видео «Познать себя, свой внутренний мир» предлагаю поговорить на тему мотивации. Очень многие люди ищут мотивацию в жизни, как жить, что делать, как развиваться. Многие этого не находят, и жизнь их оканчивается плачевно. Но ответ очень прост. Ответ лежит не где-то вне нас. Он внутри нас. И он называется душа. Душа – это источник. Наша душа, наш внутренний мир – это источник интеллекта, эмоций и воли. Все то, что нужно для мотивации. И в современном мире мы очень мало об этом думаем, к сожалению. Но есть многие течения и движения, которые это изучают и развивают. Самый важный момент, ключ к успеху в жизни – это единство души и тела. Гармония между своей душой и телом, своими желаниями и действиями. Я написал об этом в своей книге «Счастливый современный Homo sapiens». И вас могу проконсультировать. Просто сконтактируйте меня на сайте ivyacademy.net. Не забудьте поделиться этим видео со всеми вашими друзьями, которым нужна моя помощь. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ваш Николай Карпалы. Хорошего вам дня!